Ну какие мы молодцы, а? Это вообще. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы продолжаем наши разговоры об истории искусств. Это снова мы, Олег Аркадьевич Тарапыгин, Маргарита Соколова и Филипп Угланов. Ура! Ну что, Средневековье, да? Мы сегодня решили поговорить с вами о Средневековье. Мы, в общем-то, в хронологической последовательности двигаемся. Так, ну, плюс-минус, вернемся на шаг назад, но не выбиваясь из русла логичного повествования. Да. Вот, сегодня мы затронем время западноевропейского Средневековья с 8 по 12 век, плюс-минус километр, как говорится. Вот, опуская момент темных веков, скажем так, 6-7 века, да, будем говорить уже, так сказать, расцвете все-таки искусства, более-менее сложившегося какого-то, вот, ну, в русле своей традиции, да, вот, о которой мы сегодня поговорим, вот, но пока не доходя до готики. Сегодня мы поговорим о романике, о романском искусстве. Собственно, термин любопытный, ну, как многим, я думаю, уже известно, он был введен, ну, так скажем, легенда гласит, что термин был введен французским археологом, таким писателем довольно знаменитым в 1830-х годах Арсисом де Камоном, который написал книгу, которая называется... На самом деле, до этого уже все давно обсудили. А-а-а. Уже все давно заметили, что архитектура с 8 по 12 век действительно подозрительно напоминает античную архитектуру. Но тут, ну, просто это очевидно. Просто это очевидно. И уже до Арсиса де Камона, на самом деле, многие об этом и говорили, и писали. Но по Елику этот замечательный археолог и искусствовед написал знаменитую книгу 30-40-е годы, которая называется «История средневековой архитектуры, религии, религиозной, гражданской и военной». И эта книга получила довольно широкое распространение не только в искусствоведческой среде, но и, в общем-то, среди простого такого любопытного населения. То термин, часто употребляемый там Арсисом де Камоном, как романское искусство, романика и так далее, он вошел в обиход. И потому... То есть романские типа римские, да? Он имеет в виду вообще как некую целостность, такое действительно наследие античной культуры Древнего Рима, в том числе как бы предполагая, что, собственно, самоназвание жителей именно Центральной и Западной Европы были ромеи. Даже тогда? Да. А как это так? Уже давно. Когда, да? Тогда? В каком? Ну, в 8 веке? Какой? Нет, я сейчас говорю про 19-й. Не, ну то есть он предполагает 19 веке. Ну он-то говорит с точки зрения 19 века, да, что вот как бы романское искусство, ну тут и Рим, и ромеи, что все вместе, это общее как бы единство традиций такое, да, вот античная культура, которая нашла свою... знаете, все новое, это давно забытое старое. Соответственно, это мы сейчас с вами обсудили вот этот популярный, расхожий термин, да, в целом средневековой культуры, средневекового искусства. Мы сегодня будем говорить главным образом архитектуры, само название которого, да, с легкой руки Арсиса де Камона, популяризировавшего это название, романская, романская культура, романская архитектура и так далее, и так далее. Угу. В общем-то, мы будем говорить о фактически стиле неком своеобразном, потому что романские вот эти... проявления, о которых мы сегодня поговорим, они затронули и архитектуру, и скульптуру, и живопись. Ну, в общем-то, собственно, все виды искусства. Но мы сегодня сконцентрируемся именно на архитектуре. Вот. Но для начала показываю вам скрин с... Ой, это скан, вернее. Господи, уже все эти новомодные слова, термины буду. Скан с... журнала «Искусство», который, ну, довольно хорошо демонстрирует, скажем так, вот романскую базилику, да, в разрезе, да, представляющий нам, ну, все основные детали этого строения. Прежде чем мы рассмотрим все надписи, да, и поговорим об основных элементах, я хотела уточнить, собственно, как мы уже говорили об архитектуре, да, вот развитие и византийской тоже культуры, мы помним, что изначально базилика уже появилась давным-давно и носила с собой светское, в общем, предназначение, как некое место судебного заседания, ну и вообще как бы главное, некий один из... таких архитектурных центров, что ли, да, во всех крупных городах, их было много, эти базилики организованы традиционно продольно,
которые потом войдут вот в обиход, как бы вот, будут использоваться сначала буквально просто старые здания для создания христианских базилик уже, ну, раннего христианства, да, ну и постепенно это будет только развиваться, и новые здания с течением времен будут полностью повторять вот базилики еще античные, еще древние, за исключением неких доработок, теоретически осмысленных, связанных именно с христианской символикой, это образ креста, конечно, который будет подчеркиваться трансептами. И вот тут мы уже переходим к терминологии, собственно, к плану. Да? Вот что мы видим. Мы видим продольное в плане помещение, которое перпендикулярно пересекается трансептом. Вот мы видим северное и южное крыло трансепта. Всегда будет северное и южное, потому что мы хорошо помним, что алтарь будет всегда располагаться на востоке. Угу. Соответственно, вход в базилику, в храм будет располагаться на западе. Вот, и значит, перпендикулярно пересекающий его крестообразно, да, получается, вот эти вот рукава трансепта, они будут находиться на севере и на юге. Кроме того, в районе алтарной части мы будем видеть капеллы, они не всегда будут, то есть я не говорю, что это обязательная некая деталь, но тем не менее на территории Западной Европы действительно очень распространенная. Что такое капелла? Дословно с французского вот это «chapelle», да, или капелла, собственно, из латинского, это переводится как «маленькая часовенка», да, головка, на самом деле, вот такая вот небольшая, какой-то выпуклость такая, да, в теле архитектурного здания, маленькая часовенка, в которой будет располагаться молельня, иногда принадлежащие, ну, как вот чаще всего какой-то определенной семье, которая вот вкладывает денежку, да, либо капеллы будут организовываться по принципу наличия там, ну, священного артефакта какого-то, то есть там реликвии какой-то, да, то есть отдельные. Служба как бы в храме в целом, в центральной части, в алтаре, а вокруг части. Капеллы, которые вот в остальное время... То есть у нас всегда, абсолютно всегда будет присутствовать некая вот апсида, вот так, да, вот самое, да, главное. Да, только, видите, вокруг апсиды можно обойти. Да, и вот что это, кстати, мы очень редко можем увидеть у нас в России. Например. Собственно, вообще не можем увидеть. Да. И в русской православной традиции хоры, они, как правило, на западной части. Они, да, они не вдоль. Да. И, ну и собственно, хотя то место, где, бывает, как правило, что они хоры... вот так и немножко еще, да? А, нет, они бывают по бокам. Да, но нет, да, по крайней мере, такого протяженности. Да, но обхода вот такого вот цикличного... А здесь хоры вообще целиком обходят, да? Полностью, да. То есть западноевропейский храм в большинстве... Теоретически, находясь на хорах, можно даже с восточной стороны заглянуть сверху в алтарь. Они хоры это вообще это по земле то, что мы идем. То есть у нас разная даже организация пространства. Этаж? Нет, это вот прям мы вот здесь идем. Я думал, это, хоры это второй это, этаж. Это, собственно, обход. Понятно. Это, собственно, понятно. Обход. И то, и другое, хоры могут быть на втором этаже. И тоже могут быть и обходными, и могут быть на западной стене. Но и плюс в западноевропейской средневековой традиции мы будем часто сталкиваться, не только средневековой, но и потом возрожденческой, полного обхода алтарной части, то есть можем круг сделать. То есть у этого есть довольно объяснимая такая, чисто утилитарная просто, вот, объяснение утилитарное. Когда в Средневековье произойдет какой-то бум паломников, вот, знаете, это называется мощевая лихорадка, когда вот как умалишенные, я не потому что каким-то образом осуждаю, а просто потому что таков был исторический процесс, да, ринутся просто к мощам и вот к паломническим поездкам по всем монастырям, чтобы вот этот поток туристов, скажем так, паломников, он не мешал постоянно проведению литургии, вот, а это же вот к мощам прикладывание, какая-то суета, возня, там, разговоры, да, это все мешает проведению службы, то у них была возможность делать это вот вокруг, в обход алтаря. Идет служба, при этом у вас вы спокойно можете вот подойти, приложиться, зайти в эти капеллочки, да. Также, если мы говорим, то есть мы пока рассмотрели вариант капеллы как... место, содержащее какую-то там особо ценную реликвию, да, организованную храмом. Но, как я сказала, есть еще и фамильные капеллы. То есть в них вообще не обязательно наличие как таковой реликвии какой-то. Там просто может быть там скульптура Богоматери. Это вполне себе достаточно, да. А еще же подземные части были, крипты, да? Крипта, да, она находится в центре.
собственно, захоронить. Это вообще самое важное. Да, да, да. Ну, вот на этом плане мы не видим, а так... Храма. Что... Кстати, вот очень интересно, что касается крипты. Смотрите, у нас есть в плане, если мы с высоты птичьего полета посмотрим на средневековую базилику, мы увидим, конечно, в плане крест. Угу. Но и стоя на земле перед фасадом здания, умозрительно мы можем понимать, что в виде трансепт, башню над Средокрестием. Средокрестие – это место пересечения, да, трансепта и центрального нефа. Да. Да. Башню над Средокрестием. И понимая, что там внизу находится под землей крипта, собственно, захоронение, мы тоже видим ось, крест. Да? Да. Ничего себе. Ну и, собственно, мы упомянули центральный неф, и следует, наверное, объяснить, да, что неф – это от греческого слова «наус», значит, корабль, абсолютно архетипическое тоже понятие. И, по-моему, даже в средневековое судно тоже называлось западноевропейское неф. Вот в эти да, да, ну, совершенно верно. И, собственно, греческая античность, еще «наос» – да? это тоже да. некая различная просто огласовка одного и того же термина, так или иначе связанная с кораблем. Собственно, мы и Господа называем «великий кормчий». Да, то есть вот тут как бы некий капитан. Центральный неф и, соответственно, боковые. Поэтому количество нефов может быть разным, но оно всегда будет нечетным. Ну, потому что есть центральный, и если мы постепенно к нему... Ну, обычно 3-5, да? 3-5, да, да. Ну, это вот самое распространенное. Такое. Может быть, и однонефный, конечно, но если мы говорим о множественном числе, то вот 3-5, да. Самое расхожее. Неф разделены, соответственно, колоннады и аркадами. Ну, арка еще со времен античности. Это то, что дало повод вообще, да, вот романскую архитектуру как-то выделять и связывать между тем и с предыдущим историческим периодом. Круглая да? арка, да? Круглая, да, полуциркульная арка и, соответственно, полуцилиндрический свод. Это некая характерная особенность, и визуально бросающаяся в глаза, и, конечно, чисто конструктивно, да, вот связанная с античной именно традицией. В западной части, да, вход традиционно называется портал, то есть порта, да, дверь, ворота, врата, они будут располагаться на западной стене. Так, что еще? Башня над Средокрестием мы с вами обсудили, это место пересечения, повторяемся, на центрального нефа, да, и трансепта. Так, обход хоры, это вот мы с вами рассмотрели. Колонны нефа, но, мне кажется, основные элементы в целом вполне читабельны и ясны. И обязательно будут присутствовать башни-колокольни. В Италии башни-колокольни будут выноситься отдельно, не компанила, да, будет называться, и это будет отдельное стоящее сооружение. Часто, не всегда, но чаще всего об этом мы еще поговорим отдельно. Тем не менее, башня-колокольни может быть непосредственно, так сказать, плотью от плоти, частью непосредственно базилики. В большинстве, кстати, случаев, самое распространенное вот во Франции, в Германии, да, мы будем видеть башни именно так, то есть в составе всего собора, и в основном, опять же, башни будут располагаться в западной части и чаще всего симметрично. Но вот видите, я все время даю какую-то альтернативность, да, вот возможности, что не всегда на западе, могут быть и ближе к алтарю, не всегда симметрично, не всегда одинаковые. В частности, мы рассмотрим с вами. Это что касается организации самой базилики. Вот еще одна картинка, опять же, из того же хорошего журнала. Кстати, он сейчас перешел в цифровой формат, и, увы, русское искусство уже выписать нельзя. Очень жаль, хороший он. Хороший был журнал. Они сейчас объединились. Да, как-то они по-другому называются. Сейчас боюсь запутать, не буду вам говорить. Так, немножко с другого ракурса, но все то же самое. Здесь отчетливее просто видно как-то тело собора и, опять же, организацию нефа, обхода хора. Вот, кстати, опять же, да, вот на этой картинке хорошо видно, что вот полностью можно зайти с запада через портал в собор, миновав вот нартекс, некий предбанник. Это то, что в античной традиции, помните, мы называли пронаос, то есть то, что перед нефом, вот для... Как мы говорим, есть литургия верных и оглашенных, то есть вот для оглашенных, для еще не крещенных, но готовленных, да, и пройти прям такой петлей и выйти, пройти по другой стороне и выйти совершенно свободно. И интересный тоже момент – это наличие контрфорсов.
Чуть-чуть забегая вперед, чуть забегая вперед, надо сказать, что обычно очень активно контрфорсы обсуждаются в контексте, контрфорсы не обижаются, но обсуждаются в контексте готической архитектуры, потому что там они очевидны, такие как лапы паука какого-то, вцепившиеся в землю, они привлекают к себе внимание, и почему-то именно... чаще в контексте именно готической архитектуры, о них начинают говорить как о каком-то феномене таком, что вот-вот они появились, вот они такие. Хотя на самом деле это не так. Появились они уже давным-давным-давно, и, как мы видим, активно присутствовали и в романской архитектуре. Другой вопрос, что они были не отстоящими от архитектуры, да, связанными там арбутанами, как это будет в готике, а непосредственно примыкающими такими костыликами, по сути, толстой-толстой стеной, просто подпоркой, которая под подпирает стену, помогая ей вынести неимоверный вес полуцилиндрического свода. То есть тот принцип чисто технический конструкции вот этой античной, да, выкладки камней, которая предполагает стесанность камней, да, и вот установку за счет такой плотный распор за счет центрального замкового камня предполагает неимоверную нагрузку, да, вот на вот приходящиеся вот эти точки опоры, да, вот куда этот вес уходит. Он, на что упирается арка? Вот представляете, мы выкладываем камушки, да, вот друг друга подтесываем, не используя никакого, ни цемент, ничего, просто камни друг друга стесываем и выкладываем, да, самый большой вес приходится, вот как вот, знаете, игрушка такая была, пружинка, да, приходится на эту руку и на эту руку, условно, я сейчас, если на руках это показывает, да? Потом мы вбиваем сюда замковый камень, и вот, вот это вот неимоверное усилие, да, оно еще более напрягается. Этот вес, получается, уходит вниз, мы ставим это на стену, на столб, на колонну, то есть куда-то это в землю. А если вдруг, упаси Боже, эта стена, этот столб пошатнется, кто-нибудь к нему прислонится, там прислонится, еще что-то произойдет, что тогда произойдет? Произойдет обрушение свода. Во избежание неприятного происшествия необходимо поставить контрфорс. Дословно, противосила. Контрфорс, да, противосила. Такой костылик. Вот. И на этой схеме мне очень нравится расположение... собственно, вот капел, которая очень хорошо подчеркивает вот, образность храма, как вот такого не только креста, но и человека, где глава храма, алтарная такая, часть, и она имеет вот такой нимб, свечение в виде этих капелок, ритмично располагающихся, да, вот вот обход хора, да, и, собственно, вот алтарь. Сначала, наверное, мы обговорим общие характеристики романики, которые можно плюс-минус объединить в некую какую-то такую, некие правила, что ли, какую-то статистику такую, что ли, подвести, да, а потом все же наибольший интерес представляют частности и некие региональные особенности, тем более, что они очень разнятся, то есть архитектура Франции сильно отличается от архитектуры Германии, именно вот, не знаю, как национальный такой вот образ, казалось бы, в русле одного и того же стиля. Итак, что отличает романскую архитектуру в целом, вот как явление какое-то? Это уже отмеченный нами лаконизм, такая прочность, надежность, основательность конструкции и, как следствие, аскетизм. Почему? Потому что, чтобы стена была прочной, кремень такой, да, недвижимый, это практически исключает возможность наличия там больших окон. Даже если очень хочется, все равно нельзя. Потому что окно – это дырка. Окно – это отсутствие прочной формы. А значит, потенциально возможность пошатнуться и обрушить свод. Поэтому окна там будут маленькие. Чем уже, тем лучше. Вплоть до вот щелевидные достаточно, лишь бы проходил свет. Вот чуть-чуть освещение – и хорошо. Это обороноспособность.
Потому что все-таки 8-й, 9-й век, 10-й, ну вот, собственно, вот, да, по сути, вплоть до 12-го, 12-го будет уже попроще. Но все это время мы будем говорить о неких постоянных процессах исторического, вот как бы географических каких-то подвижек, войн и, ну, просто военные угрозы. Угу. Поэтому монастыри выступали в том числе и как оборонительные пункты. А значит, мы это наблюдаем мы чисто внешне, просто с фасада уже. Это геометризм. Но опять же, это, казалось бы, я просто подытоживаю то, что уже и так очевидно. Да? Если мы видим простую форму, лишенную окон, да, из простых элементов конструкции, мы, естественно, в основном формы видим цилиндров, призм, кубов, каких-то простых читающихся геометрических форм. Без изысков, без каких-то таких вот ажурностей. Про сам тип, да, архитектуры базилики мы с вами поговорили. Это, естественно, продольная организация пространства, вот это вот движение запада на восток, угу. Да, к алтарю. Вот, это коробовые или крестовые, да, цилиндрические своды, ну, как уже тип конструкции, который предполагает, ну, вот определенную игру, отчасти декоративную, отчасти, безусловно, главным образом конструктивную, да, оформление вот этих сводов. Рациональная простота конструкции и полное подчинение скульптуры и декора архитектуры. То есть абсолютная царица в Средневековье – это архитектура. Среди всех видов искусства – это архитектура. Именно по этой традиции, кстати, принято, если мы говорим о каком-то новом стиле, вот, вот каждый следующий стиль, принято обсуждать с архитектуры. То есть, как правило, самые яркие элементы стиля, они прежде всего являют себя в архитектуре, но это во многом именно с традицией связано. Вот. И, ну, именно традиция обсуждения, да, такого искусствоведческого. И уже к архитектуре будет примыкать, что ли, обсуждение скульптуры или монументальных росписей в связи, то есть вот, вот с организацией пространства как такового, и неразрывно с этим связано. Вот, теперь, что касается неких региональных особенностей. Начну я с Франции и скажу, что... Франция, в общем-то, долгое время, в общем-то, и поныне, хотя ей, у нее сейчас есть очень большой конкурент в лице Милана и Италии, но Франция долгое время была такой некой законодательницей моды, да, потому что это страна, которая, наверное, не знаю, как никакая другая, особо чувствует... какую-то гармонию, вот чувство изящности и гармонии присуще вот этой национальной культуре. И почему я об этом говорю? Потому что французская архитектура, даже вот так, казалось бы, грубая, жесткая, там, романика, суровая такая, именно во Франции обладает каким-то, ну, своим таким определенным специфическим изяществом. Ну, во-первых, компактность. Франция совершенно не жаждет некой гигантомании такой, она не рвется вот, удивить всех какими-то чрезвычайными размерами своей архитектуры. То есть крепкая, уверенная, знаете, как такой булыжничек такой, они прочно стоят на земле. Вот. И Франция любит декор, скульптурный, мы об этом поговорим особенно тщательно. То есть, как правило, если вы видите поражающие ваше воображение, какой-то некий такой каменный бестиарий, представленный да, вот, средневековой скульптурой там, например, на фасаде собора, как правило, это Франция. Особенно если мы говорим о периоде вот такого романского искусства. И Франция часто предпочитает некую асимметрию. Возможно, тоже в желании какой-то легкости игры, вот, облегчения там, формы, да, какое-то восприятие вот, зрительного такого. Перед вами церковь Сан-Мадлен в Везле, церковь Святой Магдалины, иначе говоря. Здесь она показана со стороны как раз алтарной части, вот видите, апсида, да, и, но тем не менее виднеется вон там башенка над входа на западной стороне. Вот сейчас я вам показываю ее уже с фасада, с лица. И вот смотрите, вполне себе обозреваемая вот целиком, да, церковь, то есть не пугающая своим размером, асимметричная, потому что вот та самая башенка, да, которую мы наблюдаем здесь, она находится только справа, и левой соседки у нее нету, да, и ну, здесь так вот ажурно представлены, хоть и щелевидные окошки, но
украшены рельефом, скульптурой, и также красивым рельефом будет украшен тимпан портала. То есть вот непосредственно над центральным входом, и боковыми тоже частично, мы увидим традиционное изображение. В основном это страшный суд средневековой скульптуры, о которой мы еще тоже поговорим. Еще одно знаменитое архитектурное сооружение романского стиля на территории Франции – это церковь Сен-Трофим в Арле. Это такой вот классический прям памятник французской романики. Опять же, видите, очень компактненький. Вот там даже на фотографии немножко попадают люди. Вот сейчас еще одну покажу. Вот, ну, да, видите, очень самоштабный человек. Очень. То есть вот скульптура, представленная здесь на западном фасаде, вот там между колоннами, она, ну вот, почти, даже чуть меньше, натуральную человеческую величину. То есть очень соразмерно как-то. Да? Красиво утопленный портал, вот там как раз мы увидим Христа в мандорле, такой как бы Господь-Содержитель, да. Маленькие окна, то есть фактически глухая стена, компактность, как вы видите, здесь даже нету башен как таковых. То есть это просто некая пирамидальная конструкция, да, покатой крыши, ясно читаемая, такая скромная, но тем не менее обладающая своим каким-то изяществом. Вот такая некая стрелочка какая-то, да, ну, по-своему очаровательно. Вот как раз фрагмент портала, изображающего святых пророков, вписанных между колоннами. И, как вы видите, здесь еще такой средневековый принцип, ну, скульптурный, да, оформление коврового заполнения пространства. Ну, хоть это и немножко унизительно звучит, но почему-то все время говорят, что средневековое искусство, и не только средневековое, кстати, это принцип вообще некого архаизма такого, это боязнь пустого пространства. То есть, когда пустое пространство еще не мыслится как полноценный герой композиции, да, вот как мы говорим, композиция это что? Это вот некий диалог предмета и пустоты, да, пауза. Цезура, да, и объект некий, да. Здесь мы видим вот как горошек, как какой-то, вот как ковер, действительно, какой-то орнаментальный такой подход к пространству, вот, которое содержит перед собой довольно низкий рельеф. В общем-то, это барельеф. Я не скажу, что они сильно выступают, вот, не утоплены, с изображением фигур. Статично, симметрично, так сказать, уверенно стоящих на ногах, да, пророков с геометрично пририсованными складочками, внизу прям напоминающие немножко каннелюры такие, да. То есть, опять же, вот обратите внимание, что не только в плане организации архитектуры, да, но и даже в таких элементах, как, ну, некая скульптурная такая, да, вот иконографичность, тоже присутствуют аллюзии, отсылки такие, да, к античной культуре. Ну, я уж не говорю про капители, которые играются тоже с формой каких-то таких псевдокоринфских ордеров. Ну, тут есть и абсолютно композитные придуманные, но это не отменяет какую-то особую любовь такую. Вот, очень любопытная церковь, это Сен-Савен-сюр-Гартан в Пуату. Она была построена в конце XI века. Сен-Савен – это святой Савелий, да, то есть она посвящена, освящена мощами святого Савелия, и находится она на реке Гартан. Собственно, вот это вот «Сюр-Гартан» – это она на реке Гартан находится. Вот. То есть это, кстати, традиции такие, как в Новгороде, помните, храмы называют сообразно там на улице, там, да, вот там-то, там-то, вот там тоже, на реке. Опять же, уже сама форма очень узнаваемая. Опять вот эта пирамидальность такая, стрельчатая немножко, но стрельчатая вот в данном случае, не подловите меня, да, на неправильном употреблении термина, я просто именно отсылаю к самой форме, напоминающей стрелочку, но ни в коем случае не к стрельчатой арке, которая появится много позже и относится уже к периоду готики, конечно. Скорее, вот просто некий силуэт, такой возносящийся в небо, но не чрезмерно, а вот так скромненько. Здесь мы видим симметрично две башенки, также изящные, очень по-французски, вот очень по-французски, такими шишечками украшенными башенками. Пинакли. Вот. И вы даже на общей картинке наблюдаете фасад полностью, вот знаете, как будто бы задрапированный такой, да, вот рельефно, опять же, барельефами, то есть такими низкими рельефами с изображениями святых, и где каждая арочка, даже в которой они стоят, она тоже ажурно прорезана орнаментом. Интересно, кстати, тоже обратить внимание, опять же, немножко забегая вперед, но все же я расставляю акценты важные, да, что несмотря на то, что когда мы будем
говорить о готике. И принято уделять много внимания рассмотрению потрясающих совершенно витражей, но мы должны понимать, что витражи — это не нововведение готики, но это просто новое, это новое осмысление, просто скорее богословское такое образа света божественного, mm-hmm. проникающего, да, это другая концепция, но присутствие витражей, окон роз и так далее, как вы видите, представлено в романике, да? Уже в романике. Вот перед вами, например, да, угу, прямо над порталом мы видим... Но не все романские храмы с витражами, да? Или нет такой статистики? Не, даже я бы сказала, мало, но просто понятно, что если сравнить романскую архитектуру и готику, то готика, она просто вся стеклянная практически. Ну да. Но мы об этом поговорим, угу. почему такое стало возможно. Да, романика не может себе позволить такой роскоши, угу. вот, потому что это все не удержится, там не даже жиру быть бы живу, там, лишь бы свод не упал. Мы не будем много говорить о романских росписях, ни о фресках, ни, собственно, о станковых каких-то произведениях, просто потому что, если мы говорим о христианской традиции, то это будет развиваться в русле византийского какого-то искусства, но с некими местными, конечно, влияниями, ну, таких местных школ, да, которые будут отличаться просто большей или меньшей степенью экспрессивности, какой-то демократичности, такой демократизированным искусством, как бы. Вот, как, например, фрески вот как раз той самой церкви Святого Савелия, да, Сен-Савен-сюр-Гертан, изображающие здесь это Ноев ковчег, вот, например. Да, традиционная будет вот эта некая гипертрофия, да, больших рук, вот большой объем рук, благословляющих жестов, да, некая какая-то странная изломанность, такая симметричность поз, но довольно живо. Вот это тоже Ноев ковчег, сцена, изображающая вот, собственно, да, вот этот вот корабль, три яруса в нижнем, так сказать, твари земные, да, вот животные, там птички, и наверху, вот, собственно, семья Ноя, там Лота, так, плывущая по водам. Ну и одна из таких очень харизматичных сцен, даже и в Священном Писании, это опьянение Ноя. Mm-hmm. Да, без нее почему-то она очень была популярна и в эпоху Средневековья, и потом снова к ней будут возвращаться в эпоху Ренессанса для фресок, что вот такой какой-то очень человеческий сюжет, да, что вот опьяненный Ной, посмеявшийся над ним вот хам, mm-hmm. Какое-то такое эмоциональное переживание, что ли, самой ситуации, да, и вместе с тем в контексте, ну, собственно, закона Божьего, да, почитания как примера назидания. Вот. Ну и мы видим эту сценку здесь, представленную довольно лаконично, так разбросанными цветами, очерченные таким жирным, грубым, черным контуром, да, хорошо потому читаемые фигуры, вот, собственно, детей укрывающих, да, отца лежащего Ноя. Ну, это мы вкратце просто пробежались. И вот последняя картинка из цикла фресок церкви Сен-Савен-сюр-Гартан, это явление Господа Аврааму, здесь как раз вот живо показывающее гипертрофированность вот этих рук. Видите, большая-большая рука с таким ярко выраженным, каким-то даже резким таким жестом, да, с оттопыренным mm-hmm. пальцем. Вот. То есть, как будто не Бог говорит, а рука говорит. То есть, mm-hmm. вот это очень демонстративный жест, такое указание, принимающий благодать, опять же, вот эти руки такие, mm-hmm. подчеркнутые, ярко mm-hmm. выраженные, да, самого Авраама. Вот особая демонстративность жестов и объемов. Церковь, уже показанная мною, так сказать, архитектурно, вот Святой Магдалины в Везле, да, Сен-Мадлен в Везле, здесь только я сейчас акцентирую внимание на рельефе тимпана, то есть вот над центральным как раз порталом, да, вот фасад, мы видим полуциркульный тимпан, изображающий Христа, Пантократора здесь вписанный в мандорло, да, и вокруг, опять же, коврово, вот от чего прям глаза разбегаются, каким-то горошек такой прям посыпано, да, вот эти вот маленькие фигурки людей, но самое главное событие, мы понимаем, что, собственно, это не просто Христос во славе, да, это страшный суд. В общем-то, один из самых, даже не один, это просто самый драматичный сюжет, да, такой вот апокалиптический. Соответственно, тема жеста правой и левой руки, десницы и шуицы, она имеет здесь ключевое значение. Ну, в буквальном смысле от этого судьба наша решается. Да? По правую руку или по левую? Вот как бы козлище или агнцы все-таки. Вот. И, соответственно, увы, правда, левая рука отломилась. Но по правую руку мы увидим там
праведников, да, вперемешку там с ангелами, по левую руку, соответственно, увы, не помилованных. И в какой-то немножко такой, такой изысканно, даже почти танцующей, я бы сказала, позе присутствует здесь вот сам Господь в таком странном развороте, напоминающем почти меандровый такой изгиб, изломанный достаточно, чтобы не... Вот смотрите, несмотря на всю вытянутость и какую-то удлиненность гипертрофированных пропорций, тем не менее не возникает ассоциации с готикой. Ну все-таки, да? Готика другая, она более плавная, какая-то изгибающаяся такая, да? Хотя вот здесь тоже вытянутость есть. Здесь все-таки присутствует определенная какая-то грубоватость, аскетичность, да, вот этих геометрических таких изломов, да? И опять же, большие руки, а вот эта рука превышает даже размер лица. Лицо кажется совсем прям таким маленьким и незначительным. Вот. Ну вот складочки тоже решенные, они напоминают саму архитектуру романской базилики. И это тимпан с изображением тоже Христа в мандорле, благословляющим жестом, с церкви Сент-Трофим в Арле. То есть вот опять эта церковь Святого Трофима в том самом городе, помните, где Ван Гог, вот Арль, юг Франции, вот оттуда. Конец 12 века. То есть, в общем-то, это уже довольно позднее, мы понимаем. Еще чуть-чуть уже и уже готика. Вот, а потому, ну, сразу чувствуете, вот какая-то, может быть, большая проработанность, вот где-то более мягкая трактовка самого вот лица здесь Христа. Но при всем при этом, все же еще суховато решенные вот просто фалды такие, да, вот облачение Христа. Но здесь не каннелюра, здесь не знаю, с чем сравнить, вот как какие-то... не полусферы, да, как параболы какие-то, вот такие геометрически так прочерченные, да, и ножки загнуты, он сидит, ну вот, прости господи, как птичка, да, как мандорла, она имеет какую-то такую форму рамочки такой, за которую он так слегка цепляется так ножками, да, и вокруг вот этого язычка пламени, мы же понимаем, что это божественная энергия, что это, конечно, не жердочка какая-то, да, вот вокруг этой мандорлы располагаются зооморфы четырех евангелистов, то есть, собственно, вот Иоанн, Лука, Матфей и Марк, да, представлены здесь вот тетраморфами животных: лев, телец, орел, ну и ангел. И самое знаменитое, самое мое любимое, не знаю, еще знаменитое или нет, самое интересное для рассмотрения, это тимпан портала церкви Сен-Фуа в Конке. Церковь Святой Веры. Фуа – вера. И имя, и сама вера, как символ веры. Вера. Фуа по-французски вера. Церковь Святой Веры. В Конке, это Франция тоже мы рассматриваем. Сам по себе тимпан не огромен, но вот та проработка деталей совершенно удивительная, я бы сказала, даже скорее миниатюрная, и она прямо вот затягивает в рассмотрение и интересно для рассуждения и осмысления. Она снова представляет нам страшный суд. Причем когда-то этот тимпан был достаточно цветно раскрашен, расцвечен. Вот, увы, как-то часто бывает, пигмент весь выветрился, и самым едким у нас является синий. Какой-то синька обладает какой-то невероятной жизнестойкостью. Вот, поэтому лишь кусочки синего местами сохранились. Такой синячно так где-то они еще просвечивают. В остальном, вот, конечно, мы уже видим такой голый... Господи, как это называется? Камень-то этот. Ну, это не известняк, нет? Ракушечник. Туф. Сейчас, смотрите, вылетело с головы. У них вся архитектура сделана из этого. Песчаник. Песчаник. Это все просто. Да, песчаник. Тот самый коварный камень, который, мы уже, по-моему, это обсуждали как-то, по сути, ракушечник отчасти то, что могут попадать элементы, он содержит просто очень много железной руды, там железа. И поэтому, увы, он при воздействии агрессивной среды, в дождь, там что-то такое, да, осадки, он окисляться начинает, ржаветь. Это и не только в наше время, но и тогда, да? Ну, постоянно, да. Он ржавеет.
И все темнеет. Изначально да, он цвет был беленький. Да, да. И вот все время вот его. Ну, это мы отвлеклись, это мы, да, мы еще насмотримся на всякие черные творения. Вот, возвращаясь все-таки к композиции этого вообще страшного сюжета, страшного суда. Традиционно мы видим Христа в мандорле, только здесь она такая довольно объемная, представленная в виде таких плотных объемных облачков. То есть она имеет какую-то такую толщину довольно широкую вокруг архангела. И внизу, видите, ну, это, наверное, серафим или с огненными мечами. Не, наверное, это, наверное, архангелы. Это именно архангелы с огненными мечами. Наверное, Михаил и Рафаил, кто-то с огненными мечами такими. Христос представлен, опять, с подчеркнуто большими руками, из которых десница, правая рука, указывает наверх, а левая рука вниз. Тем самым вот прям педалируется тема, да, решение страшного суда, вот разделение, да, человеков. Собственно, нам это здесь и показано. Ну и немножко лиризма, да, в эту страшную тему. Это цветочки, разбросанные на синем фоне внутри мандорлы, такие звездчатые. Но они просто, они вообще цветочки. Это прям натурально, они прям, они имеют сердцевинку, лепесточки такие. Ну, наверное, они предполагаются как звездочки, ну, потому что это как бы некий космос такой, да? Но наверное, форма их абсолютно цветочков. Угу. Вот. И как бы фактически из мандорлы, из этой головы Христа идет такая линия, она формирует собой фактически крест, хотя на общем плане вот этот крест, он несколько теряется в общих линиях разлиновки, такой, да, разграничения всей композиции. Двигаемся дальше. Вот я сейчас верну на общий опять снимок, чтобы вам показать. Вот всю арку тимпана так овивает, как бы обвивает некая лента, которую держат или наоборот слегка отодвигают ангелы или какие-то маленькие человечки. Вот я показываю сейчас фрагмент. Вот такие фигурки полулица, да, людей, и ручки, которые вот свивают этот свиток. Это небо, что ли, свивают, да? Ну вот есть версия, что поскольку мы все-таки являемся свидетелями апокалиптической сцены, что это вот как небо, которое свернется в свиток, да. Вот, но это просто версия, она очень убедительна, она очень как художественная какая-то, возможно, да. Но вот тем не менее такой любопытный элемент. Двигаемся дальше. Вот, собственно, фрагмент мандорлы, и рядом, соответственно, слева, ну это получается по правую руку, да, мы будем видеть, ну, некий вариант как бы Иисуса, но здесь мы не можем говорить о наличии чина как такового, но тем не менее мы видим Богоматерь, да, и рядом стоящего апостола Петра, ну, любимый, конечно, святой в католической церкви, с ключиками традиционной, и тут даже еще с таким паломническим посохом, вот он как миссионер, да, такой первый папа римский, вот он тут цезура вот на голове, все у него так прям соответствует, ведь облачение, вот, собственно, папское, да, все соответствует какой-то вот такой церкви земной. И внизу, вот на общей картинке, я вам просто, чтобы показать, это очень маленький фрагмент, треугольничек в нижнем ярусе слева, который изображает святую Веру, которую почитают в католической церкви как покровительницу заключенных. Он изображает святую Веру, поклоняющуюся деснице Христа, деснице Господа, что вот интересно, видите, рука, заключенная в нимб, да, и, опять же, увеличенные такие руки, молитвенно сложенные, да, в жесте молитвенном, святой Веры, поклоняющейся этой руке. А за спиной у Веры находится вот тут, так очень так по-человечески, знаете, вот аналойчик маленький, в котором, видимо, там, где она молится, и на верху разломанные наручники, как бы, да, то есть... И евхаристическая чаша внизу, ну, опять же, за то, что она в русле церкви и в русле традиции, конечно, причастия. А, собственно, вся сцена посвящена, поскольку разделению общества, человечества, да, всего человечества на грешников и праведников, то тут же сталкивается и некий мир духов.
как то ангелы и демоны, и бесы. И вот тут, как и говорят, вот, какое-то веяние такого вот этого демократического, что ли, искусства, вот такого народного какого-то искусства, это определенная эмоциональность, она носит почти шаржевый такой характер. Это спор ангела с бесом, которые соперничают в том, у кого больше душ. И пока что явно лидирует ангел, видите, у него чаша тяжелее, то есть ниже, но он как-то вот скалит свои зубы этот бес, да, вот, то есть у них, я говорю, какое-то такое соперничество. Интересно, что здесь души представлены, ну, как бы зерном, что ли, как каша, что это, видите, вот они мисками, в общем-то, меряются, вот, и жесты их такие довольно агрессивные, но вместе с тем они какие-то очень такие живые. Ну, и более страшные сцены, конечно. И они полностью соответствуют правой или левой стороне, в зависимости от того, на какой сюжет, да, идет речь, вот, о праведниках или о грешниках. В частности, вот мы сейчас смотрим правую сторону, соответственно, это то, что по левую руку от Христа находится. Это вот некий Люцифер, да, и вокруг него, ну, пытки и мучения грешников. Понятно, что каждый из этих грехов, они, ну, вот, осмыслимы, да, не осмысляют с точки зрения смертных грехов. Там есть, например, вот, любовники, да, скрученные какой-то веревкой, ну, видимо, это вот как прелюбодеяние какое-то, да, человек, как Иуда, кстати, интересно, подвешенный с мешком, видите, на шее за веревку, как вот повешенный какой-то, и все это вместе обвивается такими жуткими кольцами, змеиными такими. Сам Люцифер тоже стоит, да, сидит на каком-то вот человеке, тоже грешники. Ну и еще небольшие картинки. Они порой могут быть жуткие. Вот другому, например, видите, вырывают вот язык. Вот здесь вот изо рта, видимо, он какой-то там лжец или еретик, или там еще кто-то. Есть и довольно смешные, как вот такой вот тролль, как какой-то детской игрушки с клокоченными волосами, да, и некий вот страшный зверь. Зверь, опять же, как апокалиптическое видение, да, вот буквально в смысле как животное, которое пожирает этих грешников. Вот все вместе они вписаны в некий, некую такую двускатную крышу, да, вот такой треугольник какой-то. Ну, это и сверху тоже в другом ярусе повторяются сцены, где ведут, как на казнь, да, ведут на муки вечные совершенно разные слои населения. Там будут и монахи, и воины, и цари. И вот интересно, что вот этот вот царь, с которого без зубами, без вывернутыми коленками какими-то, да, зубами снимает корону, он указывает рукой в другую сторону, в то время как в другой части, по правую руку от Христа, будет изображен Карл Великий. То есть он будет среди праведников, а еще некий король какой-то, мы не знаем, сейчас для нас это уже какой-то собирательный образ, да, в данном случае имеется в виду вот все слои населения, но, возможно, кого-то конкретного там имели в виду, он, в общем, в гиену огненную пойдет. Вот, но, повторюсь, тут есть вот и монахи, видите, какие-то даже там высшего звена какого-то, и вот воины, то есть никто не избежит наказания. Еще раз покажу общий вид, чтобы рассмотреть, ну, не знаю, восхититься, наверное, все-таки вот этой замечательной композицией, да, вот эта разлиновка, которая предполагает, что мы видим горизонтальные, как бы, три фриза таких, да, также деление симметрично пополам, как мы уже сказали, принципиально важно право и лево, и некие треугольные решения, где в правой части от нас, да, властвует Люцифер, вот, ну, своеобразная тоже церковь, да, треугольная, и в левой части Господь. Мы видим помимо двускатной крыши еще и вот эту арочную конструкцию церкви. Естественно, то есть это напоминает нам схему базилики, то есть перед нами нефы, как бы, своеобразные, да, где представлен вот Христос с ангелами и со своими учениками, с апостолами. Ну, вот верхнюю сцену мы уже рассмотрели, а в самом верхнем регистре мы будем видеть трубящих ангелов, ну и какие-то такие облачные символы, там, схемы. Мы сегодня вкратце рассмотрели французское направление, да, вот, романской архитектуры, местное какое-то явление. Понятно, что это было вкратце, но как школа, да, архитектурная, это не лишено своего какого-то очарования, своей самобытности. Тем более интересно увидеть разницу с немецкой школой
вот, романской архитектуры и скульптуры, ну, об этом отдельно. О Германии эпохи Средневековья мы поговорим тогда в следующем выпуске, и тем ярче, да, будет ваше впечатление, надеюсь. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что «История искусства» у нас снимается на ваши пожертвования, а реквизиты для них вы увидите в описании под видео. Спасибо. И до скорых встреч.